Кілька днів тому висловальник-академіст Дмитро Міхай представляв нашу країну на світовій арені. А сьогодні чемпіон Європи і світу, рекордсмен світу, учасник Олімпійських ігор в нашій студії розповість, як йому вдалося здобути бронзову нагороду. Діма, доброго ранку тобі. Доброго. Діма, я передаю тобі вітання від всієї команди телеканалу ВТВ. Дуже приємно бачити завжди наших спортсменів на світових аренах. Спасибо. Дякую, що ти сьогодні приніс медаль. Я думаю, що ми всім колективом потім будемо її розглядатися та фотографуватися. Діма, хотілося запитати. Ми хоч сьогодні тема нашої зустрічі – це твоя перемога, але все ж таки важко повертатися зі змагань без медалей, без нагород. Так, звісно, тяжело. Це часто буває, але когда, ну, зависит еще от того, как соревнования проходят, на что там, ты был готов, насколько далеко ты от медалей. В этом году у меня было 3 международных старта, был Кубок Украины, ой, Кубок мира. Мы там заняли 8 место. И оттуда, ну, возвращались, ну, не с таким плохим, как бы, настроением, потому что мы были далеко, и это был наш первый старт в новой команде, и мы, ну, были на пути к дальнейшим победам и результатам. А потом был старт на чемпионате Европы, и вот там уже немножко обидно было возвращаться. Давай ты трохи детальніше розповіш про чемпіонат Європи. Було цікаво споглядати, як ви змагалися, і перемога від вас була в сотих секундах. Да, мы попали в финал, там команды было немного, но все, ну, сейчас, как в четверках в нашем классе, приезжает немного команд, там, ну, 10-12 команд, и, ну, все приезжают очень сильные. И точно так же было на Европе, мы попали в финал А, что уже, в принципе, было неплохо, но, конечно же, этого мало. Мы рассчитывали на медаль, но в финальном заезде мы были как аутсайдерами, мы с 6-м временем туда попали. Ну, в финале собрались и показали на тот момент свой максимум. Мы шли всю дистанцию третьи, сражались с лидерами, которые там 2 дня назад выигрывали там 3-5 секунд. Сейчас мы ехали с ними по носам всю дистанцию, и на самом финише нам совсем чуть не хватило, и мы уступили 0,02 секунды. То есть это, ну, так было, да. Это именно было, это было именно 2-3 сантиметра. Был фотофиниш. Мы долго не знали, что какие мы, не объявляли, не показывали нигде. Даже был такой курьезный момент, что нам сказал арбитр, что мы третий. Боже, как мы радовались этой медали. Просто мы давно уже ничего не брали на международной арене. Последняя наша медаль была в 2015 году на чемпионате Европы, тоже это было 2 место. И получается, уже вот 3 года с того момента прошло, и мы тогда очень рады были. Мы там кричали, обнимались, там чуть ли не целовались. Но потом, когда мы подъехали к наградному плоту, смотрим, что зовут другие команды, и мы считаем, мы уже 4-й как-то, что-то мы не помещаемся. Ну, вот тогда было, вот тогда было обидно. Я не знаю, Діма, чи можна взагалі, ну, вважати це програшем, коли ти програєш 2 сантиметри при таких дистанціях в 2 кілометри? Ну, да, то есть можна було б какую-то уже ввести квоту на програш там какой-то 100-й секунди или 10-й секунди, і як є, ну, види спорту, там, єдиноборствах, награждають за полуфінал уже, то есть 2/3 місця. Чи було важко після цих змагань, після чемпіонату Європи в Британії, готуватись до чемпіонату світу? Але, ну, всім же зрозуміло, що перемогти легше на чемпіонаті Європи, ніж на чемпіонаті світу. От з якими відчуттями ви готувалися? Посмотрите, вообще чемпіонат Європи і чемпіонат міра, по суті, одні і ті ж команди у нас участвують. У нас додається всього там 2-3 команди. І, ну, в этом году, кстати, добавились, ну, австралийцы, новозеландцы, и они были очень сильные. Мы как раз были между ними. Австралийцы были 2-е, а новозеландцы 4-е. Ну, поэтому конкуренция все та же была, и все те же были соперники. И у нас не, ну,
нас это не сломало, то есть эти там 0,02 секунды, что мы в шаге были, даже в шажке были от медали. Поэтому мы продолжили готовиться, там оставался месяц, и мы почти без отдыха сразу поехали на сбор. Я всего на один день заехал домой и поехал сразу в Днепропетровск, мы там готовились и, ну, я так розумію, настрій був позитивний. Так, да, було все добре, звісно, немножко, да, ми шутили насчет этого, там эти сотые секунды у нас больше потом мы уже перенесли в шутку, и, ну, то есть это было уже пройденный этап. Розкажи про місце, де проходив чемпіонат світу. Це Пловдив, Болгарія? Да, да, это Болгария, это Пловдив, там очень хороший грибной канал, и там, ну, неоднократно уже проводятся чемпионаты Европы, мира, и, ну, и международные старты там часто проводят. И, ну, что там... Ситуация была на вашей стороне? Погода, жеребкування, дорожка, ну, яка вам дісталася? На самом деле получилось так, что первое изначально должно было быть 13 команд, но не приехала сборная Эстонии, не знаю по каким причинам, и нас стало 12, и мы пошли по другой системе, то есть уже с первой гонки мы могли попадать в финал А, ну, в первый финал. И нас разжеребили, сделали как 4 лидирующие команды чемпионата Европы, первые 4 места. Первая с четвертой и вторая с третьей. Их в 2 заезда разжеребили. Мы, получается, попали с итальянцами, которые лидеры сезона были. То есть уже как бы не очень положительно было. Плюс нам кинули 5-6 место с чемпионата Европы, сборную Голландии и Великобритании, которые тоже шли по сезону лидерами все время. Они, ну, выигрывали Кубки мира, там в призах все время были. И плюс Новую Зеландию и Австралию, которые тоже очень хорошо себя провели на Кубках мира. И мы такие сидим, думаем, блин, ну, получается, все фавориты номинальные у нас. Но так сказать, что, ну, номинальные фавориты, это вот наш заезд был, и еще в том заезде минимум 3-4 команды тоже номинальные были фаворитами, которые, ну, как могли бороться за медали. И первый заезд, и каким-то непонятным образом, на самом деле, для нас было, ну, действительно, мы рассчитывали, конечно же, пройти дальше, мы думали об этом, ну, планировали, но... Как бы не огорчились бы. Так звучит непонятным образом, потому, ну, що потому что все життя присвячено тренуванням, зранку до глубокої ночі проводиться в тренажерних залах, на воді, і тут непонятним образом. Ну, потому что мы же тоже реалисты, финал, то есть так? Мы понимаем, что кто рядом с нами, как мы сейчас готовы. Но мы думали, что мы настолько хорошо сейчас готовы. И по дистанции мы шли третьи за итальянцами и голландцами. И потом на итальянцы почему-то бросили. Я не знаю, что у них было за тактика, или они не готовы были, или что-то, ну, у них случилось. Они заезжают шестые. Мы едем за голландцами, ну, думаем, как бы уже, ну, окей, не попадаем, но хотя бы нужно поближе, чтобы жеребьевка как бы лучше прошла. Остається 300 метрів і... Діма, давай ти зараз продовжиш розповідати, да. А ми почнемо дивитися відео з вашого, да, заїзду. Це вже буде фінальний заїзд? Так, да, це вже буде, да, фінальний заїзд. Ну, закінчи. А тоді там остається десь метрів 300, і ми починаємо йти фініш. І достаємо голландцям, які проігрували 2 секунди за 500 метрів, і обходимо їх, і, ну, фінішуємо так, як так произошло, і ми вже в фіналі. І там починається самий сложний період. Бачимо, як ви стартували. Як перші 500 метрів пройшли? Ну, як обычно, ми впереді. Це традиція вашої команди. Як мінімум в лідерах. Розкажи про вашу команду. Хто загребний? Загребний Ваня Довгодько, який вже неизменно загребний нашої команди і багато років. Потом на третьей позиции, ну, Саша на третьем номере сидит, на ТОКа, спортсмен из Запорожья. Да, вот мы финишировали, и вот опять у нас все очень плотно. Мы за 500 метров шли шестые.
и за 500 метров, да, оставалось 500 метров до финиша, мы шли шестые, ну, по протоколам, по видео, и потом каким-то, да, опять же, удивительным образом, не без этого, мы сумели вырвать на финише бронзовую медаль. Таке питання ще не про перемогу, а про змагання. Я не знаю, як це для вас. От ви потрапили з першого заїзду одразу до фіналу. З одного боку, це відсутність супернавантажень в інших змаганнях і можливість там в своєму темпі готуватися до фіналу. А з іншого боку, якби випадаєш з цього змагання і зі сторони тільки споглядаєш. От, які у вас? Да, абсолютно правильний питання, тому що це було дуже складно. Мы попали из-за того, что мы попали сразу с первой гонки, у нас до следующего заезда было аж 6 дней. И мы на следующий день просто такие, ну, что делать? Ну, конечно же, тренер знал, что делать, но было сложно сохранить и форму, и тренироваться, и отдыхать. Получается, нужно было и не устать, но при этом и тренироваться, держать себя в тонусе. Не просто в тонусе, а именно в форме. Это очень сложно, потому что, ну, в этот период я успел заболеть, Саша Натока успел заболеть, мы, ну, вместе жили, возможно, это связано, но нас, ну, мы простыли, хотя погода была хорошая, не знаю, возможно, это что-то психологическое. Потому что было уже, ну, груз ответственности, уже, ну, психологически пошло давление, и, возможно, организм так отреагировал. Возможно, просто мы были в форме, и когда, ну, ты на пике своей формы, то моментально можешь заболеть. Поэтому, ну, даже было такое, что одну ночь я почти не спал из-за того, что постоянно просыпался, и, ну, тяжело было дышать, и, ну, горло очень болело. И, ну, к гонкам как бы пытался, ну, выздороветь, там, лечился. Ну, в принципе, гонкам подошел нормально, но не было того состояния, которое было в первый день. В первый день вообще вот было именно состояние абсолютной готовности. Я так хорошо не был готов очень давно. Наверное, только в этом году на Кубке Украины, когда выиграл одиночку. Да, только тогда, наверное. А так уже много-много лет именно вот в том, что вот все, ты чувствуешь, что ты на пике, что ты сейчас готов горы свернуть. Ну, так и получилось в первом заезде, что мы горы из других стран свернули. И поэтому вот в этом была сложность. И вот те команды, вот, например, те же итальянцы, которые бросили в первом заезде с нами, потом они еле попадают с утешительного заезда в финал, ну, не с первой позиции. И в финале благополучно выигрывают. То есть такие схемы уже неоднократно подтверждались. Точно так же сделали немцы на Олимпийских играх. Я не знаю, не могу с уверенностью сказать, это запланировано. Или же, ну, так обстоятельства складываются, что, ну, они еще не готовы к первому заезду, они готовят, ну, готовят свою форму на финал. Мы тоже стараемся на финал готовить, но все равно. Діма, ну, перемога є, да. Бронзова нагорода є, і я розумію, що вона все ж таки не дивним чином достається, а багатомісячними, а може і багаторічними, да, тренуваннями. Да. Хочеться подивитися зараз ваші фото, ваших емоцій з нагородження з чемпіонату світу. Діма, ви не хвилювалися під час фіналу? Ви ж також не одразу розумієте, чи третій ви прийшли, бо, да, всі ж фінішують, там чотири команди також в одну секунду фінішували. Да. Не хвилювалися, що буде повторення? В тот момент, конечно, на самый финиш, когда мы уже приехали, оставалось там какие-то 200 метров, там 100 метров до финиша. И был момент такой, в принципе, потом обсуждали с ребятами, что у всех в голове был повтор, ну, европейского чемпионата, чтобы не повторился европейский сценарий, и чтобы мы смогли все-таки додержать до финиша этот, ну, темп, и чтобы мы доехали до финиша, сделать максимум просто усилий, чтобы уже не думать о том, что где-то мы упустили грибок. И
на самый финиш уже очень тяжело было, ну, на самом фініші грісти. Діма, ну ти відвернувся від телевізора, а наші глядачі бачили, як ти тримав в руках цю нагороду і мозолі на твоїх руках, і нам всім зрозуміло стало, що це не дивним чином, а багаточасовими тренуваннями. Як ти, не тільки ти, як ваша команда, як взагалі спортсмени почуваються після таких змагань? Це колосальне навантаження, де ви викладаєтесь. Ну, після самої гонки було... Ну, был момент, когда я ждал, я смотрел на экран и ждал оглашения именно результата. Показали сборную Италии, показали сборную Австралии. И я ждал момента, когда, ну, кого покажут на третьей позиции. И я вижу нас, навожу фокус, да, вроде бы мы, начинаю радоваться, говорю ребятам. И все, после этого мои силы закончились. И я просто потух, и мне было очень плохо. Я даже знаю, на пьедестале... что вплоть до втраты сведомости. Ну, я на пьедестале не мог даже стоять, и я пытался по максимуму на камерах это не сделать. Когда, ну, нас наградили, ушли к другой команде награждать, я отошел посидеть возле водички, и, ну, не мог просто стоять даже на ногах. Ну, было действительно тяжело. И плохо в тот момент. И где-то только где-то спустя минут 20. Я даже, ну, я как бы с медалью на пьедестале, а я не могу порадоваться, потому что просто, ну, обессиленный. Були фотографії, але, ну, ти сам обирав ті для ефіру, ну, показали ті, що ти обрав, але в соціальних, ну, мережах ми бачили, да, як за тобою спостерігали, да, журналісти з фотоапаратами і бачили тебе на кушетці. Так, да, я просто відійшов вже після награждення в тінь, там, ну, в медпункт, і там чуть-чуть полежав, щоб немножко відійти. До речі, я вже казала глядачам, що ви володарі рекорду світу. Да. Ніхто ще не подолав ваш рекорд. Ви, ні, ви в 2014 році, так? Да, в 2014 році, коли ми виграли чемпіонат світу, ми поставили рекорд, і от уже 4 роки ніхто не може побити його. Це дуже радує. Звісно, підбираються. Да. Хочеться затронути тему фінансів. От наскільки держава вас фінансово підтримує? Ну, как может, наверное. Ну, якщо порівняти, от після чемпіонату світу, як інша держава, от, наприклад, Італія, так, цьогоріч виграла чемпіонат світу, як вона відзначає своїх спортсменів, і як вас у 2014 році відзначили як чемпіонів світу? Я не можу сказати, ми, ну, я не общаюсь з італійцями, з ребятами з Італії, ми не обсуждаем такі теми. І, ну, максимум, что я знаю, это, ну, там, близлежащие какие-то страны. И, ну, вот у меня, ну, друг очень хороший из Израиля. Он выступает за сборную Израиля, он одиночник. И он сейчас был 13-й в одиночке. И, ну, он говорил, что йому більше буде платити, ніж мені за третє місце. Так ти скромно кажеш. Ну, я знаю, що це невелика сума. Невелика. От не зникає ентузіазм змагатися за свою країну, бо багато спортсменів переходить змагатися за іншу країну. Як ви виживаєте? Вам доводиться багато і своїх грошей вкладати в свою підготовку для участі в таких змаганнях, світових змаганнях? Так, звісно. У нас ми як знаходимося на централізованій підготовці, там у нас збори проводяться, выделяются деньги на питание, есть зарплата, которую ты зарабатываешь на, ну, на соревнованиях там определенных или международных, или всеукраинских. И просто, ну, как... Ну, просто, я не знаю, просто, мне не хочется, ну, да, мне не хочется, то есть, говорить там о цифрах, потому что, может быть, кто-то скажет, что это и так много. Просто у нас действительно много финансов уходит на, ну, на подготовку, на фармакологию, на питание. То есть, даже того, у нас, ну, питание там 200-250 гривен в день. А, просто у нас даже в Украине не централизованного питания, есть только в Кончо-Заспе. Но мы в Кончо-Заспе не ездим, мы там не тренируемся, у нас вид спорта, ну, да, не входит в... ну, нам не подходит эта база, в общем, она подходит только в зимний период. Поэтому нам приходится питаться где попало, но даже этих денег не хватает, потому что, ну, мы едим немало,
как бы спортсмен в весе там 100 килограмм, который тренируется 2-3 раза в день по 5-6 часов, 6 раз в неделю, ну это сложно. У вас нещодавно відбулася зміна в складі команди, і ти сьогодні сказав, що це перша нагорода от в такому складі екіпажу. Це важко міняти спортсменів в одному чоловіку? Звісно, тяжело, і це чувствується. Різні техніки, різні стилі греблі. І відчувалось, без Артема ну, по-другому лодка зараз йде. І Сергей Грин, ну, своеобразный, у него своеобразная техника, и тяжело было ему подстраиваться под нас, и нам под него, ну, все-таки я, Саша и Ваня, у нас, ну, примерно один уже стиль гребли, так как с годами у нас уже выработался. Поэтому, ну, пытаемся к соревнованиям как можно, ну, ближе. Діма, ще раз наші вітання. Дякую, що ти цей ранок провів разом з нами. Розказав про таке внутрішнє життя світового переможця. Нагадаю, що в студії у нас був Дмитро Міхай, бронзовий призер чемпіонату світу з академічного веслування 2018 року. А я з вами не прощаюсь, зустрінемось трохи згодом.